мешки у нас в районнице. Там еще парочку штук мы вынесли. Там стоит еще одно. Вот уже как бы. Чем мы закрепляем? Берем вот такую вот проволоку. Каленая проволока, которую используют на стройке. Нет, это не каленая. Это вязальная проволока. Ну, вязальная. Она тоже каленая гнет. Она из-за этого и гнется, потому что она каленая. Вот. И, короче, мы потом берем клац-клац, короче, обрезали, закутали и все. Вот, держится хорошо, никуда не отпадает. Очень хорошая штука. Да, Семёныч? Угу. Угу. Вон кусачки, бери. Давай, короче, отрежем. Отрезай примерно куски нам и погнали. Сейчас мы покажем, что мы как делаем. Где, короче, что вешаем. Давай, держи. Вот как раз начинаем снимать, и вижу, он там маленькое такое дупло. И в этом дупле что-то цверенькает. Или выше там еще есть одно, непонятно. Короче, потом посмотрим. Давай. Я тебе помогу. Ребят, казалось бы, вроде бы зачем, но просто нравится, честно, мы уже лет 20, наверное, держим пчел, как бы это как рыбаку хорошую поймать рыбу крупную, так нам вот это поймать хорошего рая, да, Гена? Радости просто море, и бывает, действительно, раи залетают, ну, блин, очень хорошие, бывают маленькие, конечно, но бывают хорошие, и вот что мы еще заметили, раевницы, которые маленькие, ну, короче, мы как бы бывает используем, там, с-под пакетов, там, когда-то один раз брал, еще пооставали штук 20. Вот. В них залетают пчелы там на 4 рамки, как бы хуже намного. Если 6 рамок, 8. Вот это самые бомбезные раевницы. У нас еще есть 10-рамочные. Тоже неплохие залетают туда раи. Но если будет висеть рядом раевница в километре вот 6-рамочная, 4-рамочная, пчелы выберут себе 6-рамочную обязательно. Или 8-рамочную. То есть они в маленькие раевницы не хотят идти. Если уже там заселился рой соседний, ну тогда в крайнем случае, если они ничего не найдут, то они могут заселиться в маленькую. Бывало так, что приезжали, они просто поселялись под ящиками и делали соты под ящиками. Вот это, короче, самое прикольное. Вот так вот лазим по деревьям. И вот так вот вешаем раевницы. Чем мы привлекаем еще раи? Мы берем просто старые рамочки. Ну не совсем старые, такие средние. Вот, плавим воск там и прополис и все. И просто обмазываем это все снаружи и сверху. И вот так вот как бы раи привлекаем. Ну и ставим сушнину, конечно. У нас в этом году сушнины много, потому что погибло очень много пчел. Вот поэтому мы жалеем. Просто ставим для того, чтобы когда рой залетит, может не будет у нас времени сразу приехать. Что мы будем делать? Пчелкам будет работа. Вот. И мы потом приедем, просто заберем уже готовый рой. Так что такие вот, короче, ребят, дела у нас. Гена там тоже проволочкой сейчас все прикручивает. Сколько мы здесь, Генка, раев поймали? Не знаю, года два подряд тут ловим раи. Да, года два подряд. Не, в прошлом году мы пропустили, да? Ну да. Но... Да, пропустили, еще ребята забыли одну раевницу, блин, ее за зиму дятел подолбал. Ну я ее покажу, она такая там раненая. Вот, покажу лайфхак, как... латать дырки в пробитой раевнице. Очень интересный такой способ мы нам придумали. Да, Семёныч? А до этого мы 2 года ловили, что-то мы потом забыли как-то и не приезжали. Работы было много, как бы, и мы еще просто в Киеве, Геной, занимаемся стройкой, поэтому вот такие как бы дела. Хотя мы вешали в прошлом году раевницы. Раев мы поймали всего 2, да, по-моему? Нет, 3. Ты поймал 2, я, наверное, 1, да? Как бы много мы раевниц не вешали. А позапрошлый год мы поймали, наверное, раев 7 или 8 поймали. Ну, как бы не рекорды, но ловим. У нас тут немного раев летает, в принципе. Бывает, конечно, года, что и в одну раевницу по несколько залетает. Вот, ну, хотя бы один залетит, и то хорошо. Короче, ради удовольствия мы делаем такие вот моменты. Вот так вот. Здесь такое вот дупло, и в нем
живут птички. Вот так вот висит роевница. В принципе, практически уже закрепили ее. Мы сейчас поедем ставить следующее. Что там, тебе еще проволоки дать? Да, нормально, никуда не уйдет. Да? Ну хорошо тогда. Такое вот дерево. Вот это клен. Кстати, ребят, вот на кленах, что мы заметили, очень удобно размещать роевниц. У него есть много таких мест, где можно просто засунуть. Где-то вот такие развилочки есть. Ты в развилочку вставил, просто хорошо примотал, и очень хорошо получается. Отрезал? Давай, я тебе помогу. Держи. Роевницы вешаем где-то на высоте, вот. Это по-разному. От 1.5 до 5 метров. И залетает. Некоторые я вообще был ставил на пеньки. Вот таких непроходимых грунтах и туда залетали. Так что, особо было такого какого-то предпочтения нету. То есть они залетают везде. Вода, не вода. Вот, самое главное, чтобы роевница ничем не пахло, то есть она не была свеже покрашена. Вот, а если у нее уже были раи или там сушь хорошая, то, ребят, если есть рядом пчелы, разведчики, они обязательно это все найдут. Привет! Короче, ребята, вешаем мы роивни, мы уже это место опробовали не раз. Короче, поймали здесь не один рой. Бывало так, что залетало по нескольку роев. В прошлом году у нас тут, конечно, поработал дятел с крышкой с нашей. Такие, короче, у нас были с ним неприятности. Дырок там тут наделал. Так, аккуратно. Погнали дальше. Вот, а тут еще проволока осталась. Так. Надо ее сюда здесь хорошо еще.